учиться записанному разговору. Для этого вначале тебе нужно хорошо выучиться английскому языку. А зачем мне это? Ну, если бы твой язык имел свои значки, ты читал бы их так же легко, как следы на снегу. А о чем рассказывают твои значки? О том, как я встретился с твоей мамой. 4 сентября 1910 года лед прижал нашу Белинду к скалистому берегу Инмына, и команде грозила голодная зимовка. Тогда было решено взорвать ледяную перемычку, и выполнить эту работу взялся я, канадский подданный, уроженец Портхоупа Джон Макленнон. Заходи, Орва. Вот. Еще вот. $70. Ему все хуже и хуже. Отвезти его в больницу. Далеко больница. Аж в Анадыре. Он может помереть в пути. Здесь он наверняка помрет. Помоги нам, Орва. Надо помочь. Буду говорить со своими. Отвезете его в Анадырь и привезете оттуда бумажку, что доставили его живым,
винчестеры ваши. А он нас не обманет? Да он клянется головой, что винчестеры будут ждать нас на корабле. Залог он дает затвор от винчестера. Мы согласны. Довезем или нет? Еще неизвестно. Надо было попросить у них еще деревянную лодку. Совсем не хочет. Да.
тяжелую вы работу приблизься. 3 дня, 3 ночи будете карабкаться до перевала. Правильно, правильно. А отказаться? Капитан разгневается. Однако разгневается. Ладно. Дадим вам корма на 3 дня. Господи, что с моими руками?
пока лед к берегу не подогнала. А на Калану обижаться нельзя. Она сделала все, что могла. Марва, открой сундук. Пусть берет все, что хочет. Что он говорит? Хочет заплатить. Скажи ему, что человеческую жизнь не продают и не покупают. Либо она есть, либо нет. Остался без рук, но зато ума не лишился. Белый человек не одними руками живет, а на память. Калена возьмет вот это железо. Это иголка, Калена. Поселился в Ярангетоко. Впрочем, мне было все равно, где жить. Надо было выжить. Выжить любой ценой, чтобы на следующий год с первым же судном вернуться домой. Выжить — это еще не все. Выживают звери. Надо было выжить, как выживают люди, среди которых ты оказался. Уметь объясняться на их языке. Стараться понять их жизнь. Самым неприятным было то, что хозяин Яранги выводил меня безрукого
каждый вечер и каждое утро на мороз, как собаку. Выгуливать выводил. Это было унизительно. Противно. Стыдно. День тут начинается и кончается чаем. После того, как гость сказал традиционное «ты паак», я сыт, я кончил. Или «мури паа», я сыт. Хозяйка приступает к мытью посуды. Сначала собирает и съедает чаинки, оставленные расточительными гостями. Потом тщательно вылизывает чашечки и прячет их в грязный мешок до вечерней трапезы, до оленьего бульона. Главным одурманивающим средством у чукчи служит особый вид мухомора. 3 штуки высушенных грибов считаются средней нормой. Разжевывают их женщины и дают глотать своим мужьям уже липучие жвачки. Опьянение наступает мгновенно. Одурманивающее действие долго сохраняется в моче у человека. Наркоманы пьют ее без всякого отвращения. Считается, что эффект от нее не менее сильный, чем от самих грибов. Богатые чукчи берут по 3-4 жены, а бедные довольствуются одной. Как правило, они обмениваются женами. 2-3 друзей. Бывают случаи до 10 человек. Но это редко. Групповой брак связывает членов группы обязательствами кровной мести. Удивляло равнодушие этих дикарей ко мне. Я зубами хватался за жизнь. Они не пытались мне помочь. Даже не смотрели в мою сторону. Я злился. Но потом понял. В несчастье помогут. А несчастным нет. Помогли тебе выбраться из смерти. А дальше выкарабкивайся сам. Сможешь, выживешь. Нет, нет. Тут никто не живет за счет другого, даже ребенок. Жалко его, а? Нет, нянька ему нельзя. Ну,
Молодец. Ну, сынок. Молодец, Яко. Такая жизнь. В снегах, на морозе. Ведь есть и другие земли, где и теплее, и зверя больше. Смотри, ведь в Америке живут люди, пришедшие из разных стран. Может и так. Но наша земля тем и хороша, что она никому не нужна, кроме нас. Верно, Яко? А? Ага. Значит, скоро охота.
Проведаю лежбище. Охота скоро. Если бы мне кто-нибудь сказал, что я белый человек, когда-нибудь позарюсь на смазливенькую чикчанку и буду мучить себя тайным желанием прикоснуться к ее телу, я бы расхохотался тому в лицо. Изо всех сил я старался держаться от нее подальше и, с трудом сдерживая себя от низменной мужской похоти, твердил себе: «Терпи, Джон. Будь тверд, как скала. Тебя ждет белая женщина. Белая женщина. Белая женщина». Что это? Могила белой женщины. Так ее прозвали. Потому что она родилась и жила на берегу Белого моря. Говорят, что она рожала не только людей, но и китов. Потомки китов и стали приморским народом, чукчами и эскимосами. Однажды наступил голод, пропали нерпы, только киты играли у берега. И тогда один из сыновей белой женщины спросил: «А почему мы не бьем китов? Горы мяса. Они ваши братья, — сказала мать, — нельзя их убить». Но сын не поверил, забил таки кита, и мать, умирая, сказала: «Брата своего ты убил, брата». Мне будто бы сердце вырвали. Когда только привез меня сюда, мне было тоже очень тяжело. Сердце останавливалось от тоски. Когда я думала о родине, оно начинало сильно стучать тук-тук, тук-тук, и рваться туда, к дому, на родину. Так ты что, не здесь родилась? Не здешняя? Нет, я с другого побережья.
взглядов. На, поверишь, как же, с моими-то руками. А Орва молодец. Видишь, смастерил как, смотри. Ну, вас вешлок така. Бельмау защит тебе новые торбаса. А там остается загарпулить моржа. Станешь настоящим чукчей. Скажи, Тока, а что, если бы я решил остаться с вами навсегда? Орва говорит, чайки живут с чайками, а моржи с моржами. Тебе нужно будет стать таким, как мы. А кто сказал, какая жизнь лучше? Та, куда уплыл Хью, бросив меня здесь? Или та, которая заставила меня забыть, что я никому не нужный коллега? Я ведь уже почти год живу с вами. Ты живешь с нами, потому что знаешь, подует южак, придет корабль и увезет тебя. Твоя жизнь тогда покажется тебе дурным сном. Сном в начале тумана. Сон в начале тумана? Нет. То, что я здесь пережил, никогда не забуду. Скажи лучше, Тока, как выглядит Лахтак в воде? Я видел только убитых. Лахтак в воде выглядит как нерпа, только побольше. И усы, и черные, как у меня. Что это вышло случайно. Почему ты не отвечаешь? Тока! Брат! 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 Это я убил тебя.
услышит нас. Хочешь ли ты кого-нибудь взять с собой за облака? Родных, друзей, близких, Винчестер. Он берет с собой Винчестер. Он не хочет там сидеть без дела. Теперь скажи, Доко, нет ли у тебя слона белого человека по имени Сон? У нас есть обычай. Когда женщина теряет своего кормильца, кормильца своих детей, то о ней должны заботиться его братья. У Тока никого не было. Самый близкий друг – это ты. Тока сказал, а я передал тебе. Ты думай. Доко. Прости меня, Доко. Доко. Я был уверен, что они убьют меня за Тока. Страх мой отодвинулся куда-то, и я перестал о чем-либо размышлять и беспокоиться. Я ждал приговора. Расплаты я ждал. Испугался, когда они не сказали мне ни слова упрека. В глазах соплеменников и родных Тока я не увидел ни ненависти, ни презрения ко мне. Наоборот, они сочувствовали мне, моей боли. Потрясла меня та простота, с которой они разрешили мою судьбу и судьбу семьи Тока. Пойма!
здесь, Гюльбер? Не понимаю. Ответь. Ответь. Чему я тебя учил? Угу. Нож? Нейф. Мясо? Мит. Огонь? Огонь. Файр. Дом? Хау. А ты фазер, а ты мазер, а я яко. Яко — это чукотское слово. Бой! Бой, а песня? Песня, ну. We then come with the second season show. We then she's the fattest guy I know. Шерлок. We then come with the second season show. We then she's the fattest guy I know. Поппи едет! Поппи! Поппи едет! Смотри, как
Значит, вы все-таки живы. Много слышал о вас. Сон. Это ваше имя в чукотской транскрипции? Боб Карпентер. Торговец из дома. Можно просто Бобби. А по-чукотски Поппи. А вы тут хорошо устроились. Как в отеле «Принц Альберт». Моя жена, Эльма. Берите, берите. Отрезы, бусы, патроны. Табак. Бери, бери. Я согласен забрать вашу пушнину сейчас же и обменять на товар. Вам не придется дожидаться лета, когда придет корабль. Товар сам пришел к вам. Что скажешь, Шорво? Нам надо посоветоваться. Да. Что-то они стали разборчивы. Уж не ваше ли это влияние? Я просто радуюсь, когда они принимают разумные решения. Что вы имеете в виду? Вы знаете, что они хотят? Деревянный вельбот, как у вас. А к нему подвесной мотор. Чукчи хотят владеть двигателем внутреннего сгорания. Он облегчит им охоту. Послушайте, Джо. Я хочу сделать вам дружеское предостережение. Избыток цивилизации никогда не доводил дикарей до добра. Эти люди вернули меня к жизни. Я тоже имею с ними дело 1,5 десятка лет. И вы не найдете ни одного человека, который бы пожаловался на то, что Поппи несправедлив. Все побережье стреляет из моих ружей. А теперь нам нужен деревянный вельбот. Нам? Вы говорите нам? Как будто уже зажили с чукчами одной семьей. Это действительно моя семья, за которую я несу ответственность. Может быть, вы и правы. Ну, хорошо. А если они так помешались на вельботе, я могу отдать им свой. Только вам придется поехать со мной в Ном, чтобы пригнать вельбот обратно. Thank you.
спится, опять начинаются белые ночи. Я уже 15 лет здесь. Никак не могу привыкнуть. Еще год-два и уеду отсюда ко всем чертям. В банке у меня солидный счет. Куплю отель во Флориде. И буду жить впрямь, как белый человек. А ваша семья? Им трудно будет привыкнуть к чужой земле. Разумеется. Жаль, но им придется остаться здесь. Тащить их во Флориду негуманно. Нет, я, конечно, их обеспечу. Знаете, что я вам скажу, Джон? В этих краях побывало немало чудаков, которые хотели жить первобытной жизнью, но птицы живут с птицами, моржи с моржами. Все они рано или поздно возвращались домой. Все, поверьте. И забывали эту жизнь навсегда, как дурной сон. Назвала ее ты, наверное. Значит, у девочки будет два имени. Как у белого человека. Ведь у тебя тоже два. Сон и Маклен. Даже предположить, что наше счастье так быстро обернется бедой. В самом конце зимы в стойбище пришел голод, и я впервые столкнулся с дичайшим обычаем. Старцы по своей доброй воле уходили из жизни, чтобы не быть обузой. Первыми переступили порог смерти наши соседи. Попросили сыновей перетянуть им горло тесемкой и задушить. Орва сказал, в земном мире имеет право жить только тот, кто может добыть еду себе и своему потомству. Жестокое правило, лютое. Важно, чтобы выжило потомство.
Именно в нем смысл существования каждого из членов общины. Когда каждый думает не только о себе, но и о тех, кто идет за ним, это дает силы не только жить, но и достойно умереть. После собак берутся за покойников, а потом убивают и съедают слабых. Пока человек не ест собак, он еще может считать себя человеком. Алахтащий ремень, вымоченный в моче. Это что, еда, достойная человека? Не надо гнева. Надо выжить сердцем, а не желудком. Не надо, не надо, не надо. Помилуй девочку.
помилуй девочку, обещаю, больше никогда не буду трогать тебя. Буду кормить тебя самыми жирными кусками. Прости, прошу, прости. Прости меня. Прости. Часто и бездумно переступает порог своего естества, становится излишне беспечным, самоуверенным. Когда яранги полны радости, хранилище мяса и жира, человек начинает верить, что он самый умный и что единственный хозяин на земле. Но потом приходит час, и боги убирают все лишнее, сносят все, что может поставить человека выше их. Его дочери и больше ничего. Скоро весна. Орва проводит тебя до Карпентера, а там ты сам доберешься до дома. В номе продашь все, что есть у нас, и можешь взять даже нашего бога, их там ценят. А, Сон? Там тепло, там много еды. И там твоя мать. Гости, женщина едет. Услышал мои молитвы.
научили даже пользоваться ружьем и ножом. Прости, мама. Выслушай, постарайся понять. Пойдем ко мне. Не бойся, мама, никуда я не исчезну. Идем. И это твой дом? Да, мама. Моя супруга Эльмао, наши дети. Мальчик мой, но ведь у тебя есть свой дом. Наш старый дом, где умерли твой дед и отец. Он все так же утопает в белом, когда весной цветут яблони. И птицы все так же громко поют за окном. Так громко, что даже заглушает ругань тетушки Салли за забором. Ты помнишь? Они уже 30 лет ругаются с мужем. И паровоз также свистит на виадуке. И половицы также скрипят. Особенно в гостиной. Но только одного не слышно. Твоих шагов. Твоего голоса. Голоса хозяина дома. Последнего из рода Макленнов. Не надо, мама. Не надо. Ты должна понять, что больше нет прежнего Джона, который жил в Портхоупе. Я не воскрес. Я родился снова, но уже другим. Джон, мальчик мой. Только не говори сейчас. Что ты хочешь остаться здесь навсегда? Не отвечай. Сказал матери ни слова. Не ответил. Не смог. Она уехала в надежде, что я все-таки опомнюсь. Очнется во мне прежняя жизнь. Она так и не смогла понять, что мой дом теперь здесь. Что я не имею права предать близких мне людей. И эту суровую, неприглядную землю.